Как в средневековье, так горожане говорят о засыпанных камнями ямах, которые остаются после коммунальных раскопок. Асфальт там появляется не сразу. Кировчане оставляют жалобы в соцсетях. Из последнего. Перекресток Воровского-Володарского и Свободы-Спасской. Как рассказали в территориальном управлении по Первомайскому району, на эти участки поставили так называемые заплатки. Это временная мера. Она позволяет безопасно передвигаться по дорогам, говорят в администрации. В мае все вскроют и сделают новый асфальт. Работы проведут до дня города, обещают чиновники. Уверяют, что раньше сделать просто не получилось. С учетом того, что были очень низкие температуры, из-за этого все, ну не только пешеходы, даже и автолюбители испытывали определенное у нас недовольство. Это у нас перекресток Спасской и Володарского, где щебень вылетал. Но только температура повысилась, мы сразу сделали, нашли быстро технологию, холодным асфальтом заделали.